Иваново. Здесь, в центре текстильного края России, открылась интересная выставка «Искусство в быт». Внимание многих посетителей привлекли работы ивановских живописцев. Жанровые картины, натюрморты, этюды, зарисовки. Широко представлены на выставке детская игрушка, художественная керамика, произведения других жанров декоративно-прикладного искусства. В отличие от обычных выставок, понравившийся экспонат здесь можно купить. Ивановские текстильщики выставили свои прославленные ткани, нарядные и легкие летние платья. Здесь демонстрируются новинки моды. В первые три дня на выставке побывало более 10 тысяч посетителей.